Что собрала нас здесь сегодня? Очередное недоверие к властям, очередное ощущение, что нас обманут. Что сейчас происходит вокруг музыкального училища? Обещают переезд, обещают золотые горы, обещают, что будет лучше. Но почему мы здесь собрались? Потому что не верим уже. И мы сейчас руководствуемся не своими интересами, а интересами иностранных консалтинговых компаний. Кому подчиняется Департамент культуры и образования в Костроме? Министерству просвещения. А кто руководит Министерством просвещения? Pricewaterhouse из Америки. Так вы понимаете, что после госпереворота Россия — это колония. И для того, чтобы нам решить вот эти маленькие, на первый взгляд, да, местные проблемы, нужно решать общие проблемы. Надо бороться за суверенитет страны. Поэтому национальное освободительное движение приняло обращение ко всем гражданам России за то, чтобы обращаться к президенту России, к Совету Федерации, к депутатам Государственной Думы, бороться за суверенитет страны.